Всем привет! Любимая рубрика моя, наверное. Распаковка. Сейчас забрала подарочек от моего модератора Алёнушки. Алёнушка, вот, я все получила. Сейчас откроем, посмотрим. Тут я уже увидела солнышко. Солнышко, это, короче, Алёнка, самый внимательный человек. Это мой талисман, солнышко. И она мне подарила вот такое солнышко. Представляете? Представляете? Классно. Вот, надо какую-то такую же цепочку. Видите, с черным такая классная, такая брутальная. Ну, это вот металл, ну, типа под золото. Не хватает теперь таких сережек, потому что я всегда кольца ношу, и всегда у меня серебро. Поищем в интернете способ, как из такого металла сделать белый. Кстати, если знаете, напишите в комментариях. Алёнушка, спасибо, очень красиво, мне очень нравится. Спасибо, милая. Так, не знаю, что это. Посмотрим. Так, это, вот, представляете, вот как классно, я вообще не знаю, что это. Вообще, мне прям очень интересно. Что же там, Алёнушка, такое? После предыдущей распаковки. Так, открываем, смотрим. Сережки! Она успела прочитать мысли. Она такая думает, ага, у нее нет золота, она не носит золото, сейчас я ей устрою. Но я думаю, конечно, с черные перья. У меня когда-то были любимые сережки с перьями розовыми. Но с черными. Очень даже. Очень даже. Так, секунду. Примерим быстренько. Да я на пароме, поэтому у нас немножко что. Вау, как мне идет, похоже, что. Слушайте. Вообще класс, Алёнушка. Вкус у тебя, детка, отменный. Отменный. Как вам? По-моему, классно. Так, и что-то третье. Да, что-то третье. Браслет, наверное. Хотя, ну что ж может быть третье? Упаковка большая, поэтому... Что-то связано с перьями. Ручка! Розовая ручка! Вау, супер! Какая она красивая. Интересно, машине его можно оставить где-нибудь, чтобы она так со мной ездила? Придумаю крепеж для него в машине. Алёнушка, спасибо! Классно! Спасибо, Алёнушка, очень классно. Я буду носить. Спасибо большое. Я даже снимать не буду, я так и пойду. Мне как раз подходит. Цепочки никакой на шее нет, так бы я и кулончик делала. Так что, ну вот как комплект где-то. Вот так. Классно, смотрите, прям, да, валькирия, все как надо. Воин, все такое. Не какие-то там непонятности. Классно, мне очень нравится. Спасибо, моя милая, вообще прям бомбически. Спасибо большое. Еще мне сделали подарок матрас. Ну, я его распаковывать не буду, матрас, потому что у меня плохой матрас, и заметили, и мне подарили, короче, матрасик. Чтоб я высыпалась, и спина не болела. После тяжелых работ спала, как принцесса на перине, вот так мне сказали. И скинули пару фоток принцессы на перине, где у нее много-много, где у нее очень много-много этих матрасов. Типа я теперь такая буду. Ребятки, большое всем спасибо за поздравления. И спасибо всем, кто поздравлял меня с днем рождения и с выходом песни. Мне очень приятно. Это реально очень, ну, подбадривает. И я буду и дальше стараться для вас. Кому не понравилась моя песня, ну уж простите. Я старалась, но результат вот такой. Но я старалась. Кто-то это понял, кто-то меня поругал. Ну, от этого ничего не поменяется. Ругайтесь, не ругайтесь, я все равно буду идти вперед. Буду дальше развиваться, буду что-то новое для себя открывать. Потому что движение — жизнь. Всех люблю, всем спасибо, до встречи. Так, а мы уже почти подобрались. Я вот уже почти подъехала. Паромчик. Классно на пароме плавать.